скитался очень давно, видел много разных мест, много людей, но чтобы так ко мне относились, это впервые. Не думал я, что неизлечимая болезнь в конце концов доберется до меня, и я окажусь совершенно наедине с собой. Мои разработки, мое лекарство, они просто взяли и прогнали меня, а лекарства забрали себе. Я помогал им, отдавал все, что можно только отдать ради спасения людей. Но теперь, когда мне самому нужна помощь, я получаю предательство с их стороны. Да, видимо, они хотят моей смерти, чтобы только у них было спасение от этой болезни. Они только и ждут этого. У меня слишком мало времени и совершенно нет средств, чтобы сделать новую дозу. Наверняка то, что они передавали друг другу, и есть мое спасение. Надо будет проследить за тем, куда они его спрячут. Ха, возможно, это последняя доза на весь город. Все-таки у них не вышло за те несколько дней повторить мой рецепт. Все. Сейчас приму и свалю подальше из этого города грехов. Черт, что они туда подмешали? Это какой-то новый побочный эффект. Они явно решили повторить мой рецепт, но что-то напутали. Пока что все нормально, чувствую себя лучше. Может быть, они как-то смогли улучшить мое лекарство. Что теперь происходит? Это больше похоже на какой-то бред сумасшедшего. Или я действительно сошел с ума? Все происходящее сейчас просто не может существовать в реальности. Это попросту невозможно. Жизнь не готовила меня к такому.
мучительная боль в начале, галлюцинации, теперь еще и усталость. А что, если мне не хватит сил добраться до другого населенного пункта? У меня почти ничего нет с собой. Преследователи, неужели они следили за мной с самого начала? Тебе говорили, что подсматривать неприлично? Думаю, не стоит объяснять, кто и зачем меня прислал. Я бы мог тебя сразу прикончить, но мне приказали придержать себя. Да уж, долго и ждать. Так что поговорю немного с тобой. Скоротать время. В общем, сделать лекарство можешь только ты. Да, могу сделать его только я, поскольку заразился этой болезнью и смог и себя излечить, и весь свой город. А теперь иду по миру спасать других. Только вот я не учел, что далеко не все города такие дружелюбные. Нам не удалось воспроизвести твое лекарство, но мы пытались. Нашу попытку ты принял. Думал убежать? Наивный, мы тебе не дали. Что же? Вскоре прибудут твои бывшие коллеги, оценят состояние, поставят диагноз, а дальше уже не мне решать. Город просыпается. Все.